Евровидение уехало, а скандалы остались. В этом году музыкальный конкурс был наполнен множеством скандалов, которые неоднократно обсуждались в прессе. За время проведения Евровидения 2017 многие моменты стали поводом для международных скандалов. Иные были причины разногласий в стране хозяйки мероприятия. Историю о запрете въезда на территорию Украины Юлии Самойловой, рекордная сумма на подготовительный процесс и ограниченный доступ к площадке. Все это становилось сенсациями в мировом обществе. Однако, подобные инциденты далеко не самые вопиющие за время проведения Евровидения 2017. Многие казусы случились в последние несколько дней, если не часов, до завершения конкурса. Самые неожиданные и вопиющие инциденты сегодня мы осветим в нашем выпуске. Итак, начнем. Неожиданная победа. Впервые о возможном победителе конкурса заговорили представители букмекерских контор еще в апреле этого года. С того момента и до последней минуты финала Евровидения 2017 все предсказывали лидерство представителю Италии Франческо Габбани. Однако первое место занял португалец Сальвадор Собрал. Как позже прокомментировали эксперты, Габбани слишком приелся зрителю, а вот Собрал взял харизмой и артистичностью. Критики берутся утверждать, что победу португальцу досталось из жалости. Известно, что у артиста порок сердца. А рок-группа Otarworld, которая представляла Украину, заняла рекордное низкое место для страны за всю историю участия в конкурсе – 24-е, а это третье с конца. Новая мода. Известно, что выступление победителя задает тон будущему конкурсу. Так, прошлогоднее шоу победительницы Джамалы создало тренд на световое шоу и исключение шоу-балета. После победы Кончиты Уордс на конкурс стало больше подавать заявок фриков. В этом году моду на артистизм задал Сальвадор Собрал. Кстати, его движение пальцами многие зрители расценили как нервный тик, не говоря уже о том, что критики сочли это за признак наркомании у артиста. Однако сам победитель прокомментировал это так. На сцене мне нравилось быть сумасшедшим. Еще одним трендом стали песни на родном языке. В этом году на итальянском пел фаворит букмекера Франческо Габбани, на белорусском Нива Бенд и лидер конкурса Сальвадор Собрал исполнил песню на родном португальском языке. К слову, Португалия впервые стала страной-победительницей конкурса за более полвека участия в нем. По мнению специалистов, Собрал вернул золотое время Евровидению, ведь он стал победителем благодаря искренности, а не шоу и эпатажу. И скандалы самого конкурса. Пожалуй, самый большой скандал спровоцировало выступление Джамалы. Во время исполнения песни артисткой на сцену выбежал молодой человек с флагом Австралии на плечах. Немного покружившись вокруг певицы, он снял штаны и показал оголенную пятую точку. Со сцены парня забрала охрана. Как позже выяснилось, хулиган не имел никакого отношения к Австралии. Им оказался украинский пранкер, который неоднократно проявлял себя в эпатажных выходках. Позже певица Руслана посоветовала пранкеру подкачать попу. Еще один скандал песенного конкурса возник вокруг выступления украинской группы «Анука». Непосредственно перед финалом представители группы рассказали о настоящем сюрпризе для фанатов. В съемочном процессе Евровидения с Веркой Сердючкой принимал участие актер, переодетый Карлсоном. Правообладатели мультяшного образа возмутились на этот счет и намерены подать в суд. Карлсон создан не для того, чтобы летать на шоу Евровидения в Украине. Он куда-то не туда залетел, сообщили наследники Астрид Лингрид. По данным украинских СМИ, в преддверии финала Евровидения пиар-директор Джамалы Денис Козловский сообщил, что победительницы конкурса 2016 года не разрешили проходить по красной дорожке. Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю прошлого года, который привез Евровидение в Украину, запрещают там появляться? В итоге не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манзель Мерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. «Таков регламент нашего конкурса», – объяснил режиссер красной дорожки в Украине. «Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли», – написал он в своей социальной сети. Более того, певице предложили прилететь на церемонию на вертолете без соответствующих разрешений. Ряд скандалов еще не утих и, возможно, они будут иметь продолжение в залах суда. Однако есть и хорошая новость.
На Евровидении в будущем году сможет выступить Юлия Самойлова, которая достойно представит Европейскому музыкальному обществу Россию. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.